все-таки будем дружить, правда? Было бы лучше, если бы вышли за меня замуж. Кино хочется, орехов хочется, сельтерской сиропом. У вас сердце болит? Зарплату задерживают. Выплачивают крайне неаккуратно. Привет, привет. Привет. У меня две контрамарки в кино. Хотите, Зося? Да. Только моментально. Александр Иванович, вы не обидитесь. Да что, что вы. Пойду отсыпаться. У нас, знаете, чистка началась. Нагрузки колоссальные. Хорошо. Ну, допустим, 5 рублей я бы мог потратить. Проклятая страна. Страна, в которой миллионер не может повести свою невесту в кино. Ну что, товарищ, за капитал? За какой еще капитал? За эволюционный капитал. Карла Маркса. А, за это хошь не хошь, а надо выпить. Что я евреев не люблю, они нас по-всякому спаивают. Малая касательная 16. Угу. Александр Корейко. Угу. Распишитесь. Графиня, изменившись лицом, бежит по льду. Самое главное – внести смятение в лагерь противника. Враг должен потерять душевное равновесие. А сделать это нетрудно. В конце концов, люди всегда боятся непонятного. Я сам когда-то был мистиком-одиночкой и довел себя до такого состояния, что меня можно было напугать простым финским ножиком. Итак, больше непонятного. Кто там? Вам молния, открывайте. Благодарю. Какие апельсины? Какие Карамазовы? А что, пускай, пускай поволнуется, пускай побеспокоится, пускай побеспокоится. Надо приучить клиента к мысли, что деньги ему придется отдать. Где расписаться? Здесь! Я тронулся, до чека. Командовать парадом уже я. Вам было поручено вторично встретиться с нашим подзащитным и вторично спросить у него миллион, сопровождая эту просьбу идиотским смехом. Ну? Когда он, Корейко, увидел меня, то перешел на противоположную.
телеграмма? Угадали. Сейчас он переходит от тупого недоумения к беспричинному страху. Я не сомневаюсь, что по ночам он вскакивает с постели и жалобно лепечет: «Мама, мама!» Еще немного! Какая-то чепуха! Последний бросок кисти! И он дозреет. С платьем полезет в буфет и достанет оттуда тарелочку с голубой каемкой. Отставь веселье. Пока что тарелочка с деньгами в руках Корейка. Если она, конечно, вообще существует. Это волшебная тарелочка. Ну что, соколы, сейчас мы идем смотреть на драгоценного теленочка при исполнении служебных обязанностей. За мной? На благо народа. Вы арестованы! Ох, господи, ты боже. Мы рождены, чтоб сказать. На ветер дал стальные крылья, и вместо сердца пламенный мотор. Отдай миллион! Отдай миллион! Отдай миллион! Отдай! 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 Отдай миллион! Здравствуйте. 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 Вы слышали новость, Корейка? Неужели не слышали? Вы будете поражены. Какая новость? Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, Анна Васильевна. Вы себе даже представить не можете. Бухгалтер Берлага попал в сумасшедший дом. Все, я хорошо выгляжу. Ты уверен, что меня не побьют? Ты с ума сошел. Кто побьет вице-короля Индии? Я знаю, какой псих. Не волнуйся. Главное, кричи громче. Я вице-король Индии! Где мои верные слоны? Где мои наимы? Подорожцы! Мои кунаки! Мои слоны! Кунаков не надо! Кунаков не надо! Я вице-король Индии! Я вице-король Индии! Я вице-король Индии! У Берлаги
серьезнейшее психическое заболевание. Расстройство пяточного нерва. Подумаешь, расстройство пяточного нерва. Вот у меня был сумасшедший дядя, который считал себя одновременно Авраамом, Исааком и Яковом. Вы представляете, какой шум он производил? Надо только удивляться, что мы все себя не изображаем Авраама, Исаака и... Яковом. Да-да, именно Якова. Живешь такое нервное время. Вы знаете, когда я работал в банкирской конторе Сикоморский и Цесаревич, не было никакой чистки. Самого интересного про берлагу вы еще не знаете. Берлага здоров, как бык. Я вице-король Индии. Как вы себя чувствуете, голубчик? Так. А я вице-король Индии. Ведь вам лучше, не правда ли? Верните мне моего любимого слона. Это у вас бред. Вы в лечебнице, мы вас вылечим. Мой любимый слон. Ведь вы поймите, вы не вице-король. Это у вас бред, понимаете? Бред. Не бред. Нет, бред. И не бред. Бред. Не бред. Бред. Не бред. Нет, бред. Не бред. Не бред. Не бред. Не бред. Не бред. Не бред. Переведем к тем трем! Не думаю, вы нам всю палату тут перепугаете! Пошли! Как? Значит, он не в сумасшедшем доме? Нет, в сумасшедшем. В этом весь трюк. Он просто испугался чистки и решил пересидеть тревожное время. Он притворился сумасшедшим. Сейчас, наверное, рычит и хохочет. Уйдите! Уйдите! Я голая! Не смотрите на меня! Я стесняюсь! Я голая женщина! Ты пруд! Продался большевикам! Уйдите! Кажется, король Ильи! Молча, сволочь, он ее душу вынул! Возись теперь с ним. Еще чего доброго перекусает. Скажите, вы не сын Фомы Берлаги? Сын. Верните несчастному королю Индии его бедного слона! Ну, посмотрите на меня, неужели вы меня не узнаете? Михаил Саныч. Вот встреча! Вы не сумасшедший! Вы чего дурака валяли, а? Тоже мне. Слонов ему подавай. Ну, должен вам сказать, друг Берлага,
что вице-король для хорошего сумасшедшего – это слабо. Слабо-слабо. Да. Шурин сказал, что хорошо. Ай. Ну, возьмите, например, меня. А? Тонкая игра. Человек. Собака. Шизофренический бред, осложненный маниакально-депрессивным психозом. И притом, заметьте, друг Берлага. Сумеречное состояние души. Вы думаете, мне это легко далось, а? Я готовился, я работал над источниками. Вы читали книгу профессора Блейлера «Аутистическое мышление»? Нет. Господа, господа, он не читал книги Блейлера. Вы не читали Блейлера? Позвольте, по каким же материалам вы готовили? Он, наверное, выписывал немецкий журнал «Ярбух фюр психоаналитик und психопатологик». Не читал. Ну, вы мне поверили. Мы? С нас-то что взять? Мы в этом понимаем не намного больше докторша. Подождите. Скоро приедет профессор Титанушкин. Он сейчас в Москве. Он-то вас разоблачит в 5 минут. А что, если можно будет поменять бред? Что, если я буду им или Заля, или Магомед? Поздно. Уже в истории болезни записано, что вы вице-король. А сумасшедший не может менять свои мании, как носки. Да. Теперь вы всю жизнь будете в дурацком положении вице-короля. Мы сидим здесь уже неделю и знаем порядки. Вот ловкач, а? Даже завидно. У него что же, родители не в порядке, торговцы, чуждый элемент. Да, и родители не в порядке, и сам он, между нами говоря, имел аптеку. Кто же мог знать, что будет революция? Люди устраивались как могли, кто имел аптеку, а кто даже фабрику. Лично я не вижу в этом ничего плохого. Кто мог знать? Надо было знать. Пардон, я финансовый отдел. Товарищ, где у нас финотдел? Разве вы не видите, товарищ? Я забыл себе. Я тебе... Вы присутствуете при смешном событии. Остапбендер идет по горячему следу. Сидитесь. Мелкая уголовная сошка вроде Паниковского. Написал Бакарейко письмо. Положите под мусорный ящик во дворе 600 рублей, иначе будет плохо. А мне зарисовало бы крест, череп и свечу. Или вот возьмем выдающийся аферист Корнет Савин. Ну и что бы он сделал? Явился бы Бакарейко на квартиру под видом болгарского царя, наскандалил в дома управления и испортил все дело. А я, как видите, не тороплюсь. Я только сейчас иду на первое свидание. Ну, бортмеханик, покажите мне больного. Вы же у нас специалист по Корейка. Вы бы еще заорали во всю глотку. Вон он, богатей, держите его. Спокойно. Я сам отгадаю. Девушка не в счет. Красномордый подхалим с белыми глазами. Старичок-боровичок. И толстый барбос. Старичка я с негодованием отметаю. Кроме ваты, которую он заткнул в свои мохнатые уши, других ценностей у него не имеется. Белоглазый подхалим и толстый барбос. Кто же из них Корейка? Надо подумать. Знаете, бортмеханик, на роль подпольного миллионера больше подходит толстый барбос, чем белоглазый подхалим. Вы обратили внимание на тревожный блеск в глазах барбоса? Угу. На. Ему же не сидится на месте.
Ему не терпится поскорее побежать домой и запустить свои лапы в пакеты с червонцами. Конечно, это он. Собиратель каратов и долларов. Разве вы не видите, что эта толстая харя является демократической комбинацией лиц Шейлока, скупого рыцаря и гарпагона? А тот, второй белоглазый, ну, просто ничтожество. Советский мышонок. Ну, у него есть, конечно, состояние. 12 рублей в сберкассе. Предел его ночных грез – это покупка волосатого пальто с телячьим воротником. Нет, это не Корейка. Это просто мышь. Товарищ Корейка, где же цифровые данные о задолженности на коммунотдела? Товарищ Полыхаев срочно требует! Это денег на тарелочке не принесет. Разве только я очень уж попрошу. Да, объект достойный уважения. Знаете, Шура, у меня в мозгу родилась забавная комбинация. Только кража. Только ограбление. Вы инструкцию помните? А вы? Нет, я первый спросил. Я помню инструкцию. Доложите. Хорошо. Пункт 1. Случайно встретиться с гражданином Корейко на улице, так? Угу. Так, пункт 2. Не бить его ни под каким видом и вообще не применять физического воздействия, так? Ну, так, пункт 3. Отобрать все, что будет обнаружено в карманах вышеназванного гражданина, так? Пункт 4. Об исполнении доложить, так? Так. Так. Вот видите? Значит, только кража. Только ограбление! Вы жалкая, ничтожная личность. А вы калека. Сейчас начальник я. Кто? Что кто? Вы начальник. Я начальник, мне поручено. Тебе. А кому уж не тебе ли? А кто ты такой? Ты кто такой? Нет, кто ты такой? Согласен, что. Пусть вы начальник. Почему бы не ограбить, это не трудно. Смотрите, Корейка вечером идет по улице, темно. Вы подходите с правой стороны, я с левой. Вы толкаете его в правый бок, я в левый. Этот дурак кричит: хулиган! Мне! Да. Тогда вы спрашиваете, кто хулиган? Да. И давите справа, я тоже надавливаю слева, и тут ему по морде. Бить нельзя, Бендер не позволяет. Да я сам знаю. Тогда вы хватаете его за руки, а я смотрю, нет ничего в карманах, у него лишнего. Нет, он кричит: милиция! И тут вы ему по морде. Нет, бить нельзя. В общем, мы уходим домой. Ну, как план? Поезжайте в Киев. Почему в Киев? Зачем? Поезжайте в Киев и спросите, что... Что делал Паниковский до революции? Обязательно спросите. И тогда вам скажут, что до революции Паниковский был слепым. Эх, Шура, если бы не революция, разве бы я пошел в дети лейтенанта Шмидта, как вы думаете? Я был богатым человеком. У меня была семья. На столе никелированный самовар. А что меня кормило? Вот это. Шура, этими очками я кормился много лет. Я выходил на Крещатик в очках и с тросточкой и просил какого-нибудь господина почище помочь бедному слепому перейти улицу. Он брал меня под руку и вел. На другом тротуаре у него уже не хватало часов, если у него были часы. Или бумажника. Некоторые носили с собой бумажники. А чего же вы бросили это занятие? Ай, Шура, революция. Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной 5 рублей, и меня никто не трогал. Городовой даже следил, чтобы меня не обижали. Ай, какой хороший был человек, Шура. Его фамилия не Баба, Семен Васильевич. Я его недавно встретил.
теперь он музыкальный критик. Mm. А сегодня? Разве можно связываться с милицией? Хуже народа я не видел. И вот, Балаганов, на старости лет я должен стать аферистом. Но для такого экстренного случая мои очки могут пригодиться. Спасибо. Спасибо. Помогите. Помогите. Тади сторону. Тади. Помогите! Да что такое? Помогите бедному слепому перейти улицу. Пойдемте. Сядь, 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 сядь. Вот так, вот так. Страшно, страшно. Нос. Давай, старик, давай! Ничтожной машины не видит. Он не слепой. Ворюга! Уже? Что-то очень быстро. Паниковского бьют возле Геркулеса! Что вы орете, как белый медведь в жаркую погоду? Давно бьют? Минут пять. Так бы сразу и сказали. От вздорный старик! Ну, пойдемте, полюбуемся. По дороге расскажете. Прошу свидетеля оставить фамилию, адреса. Свидетели, записываемся. Свидетели! Бездарный старик. Неталантливый сумасшедший. Еще один великий слепой нашелся. Гомер, Мильтон и Паниковский. Балаганов тоже. Матрос с разбитого корабля. Паниковского бью! Паниковского бью, да сам? Пошли в горсад. Я вам устрою сцену у фонтана. Господин, господин Беннер, секундочку. Вы думаете, Паниковский стар, глупый, виноват? Я вам скажу как родному. Во всем виноват Балаганов. Личность, как всем известно, жалкая и ничтожная. Кто виноват? Я виноват! Чаю, будьте любезны. Усмеяли, а? Я виноват, а ты? А ты кто такой? А ты кто такой? Кто такой? Господин Бендер! Боксировать будете по выходным. Чудная пара. Балаганов в весе петуха, Паниковский в весе курицы. Однако работники из вас, господа чемпионы, как из собачьего хвоста сита. Это просто плохо кончится. Я просто вас уволю. Тем более, что ничего социально ценного вы из себя не представляете. Командор, зачем вы так сразу?
Я исправлюсь, я всему научусь. И я исправлюсь. Я социально ценен, ей-богу. Хотите на икону перекреститься? Не надо. Мы все сделаем сегодня же вечером. Мы его обыщем. Зуб даю, ма. Смотрите, нападение под покровом ночной темноты. Верно, Михаил Самуильевич? Ну, конечно. Честное слово, не беспокойтесь. Мышуры, вы имеете дело с Паниковским. Вот это меня и печалит. Хотя, пожалуйста, как вы там сказали, под покровом ночной темноты? Ну что ж, давайте устраивайтесь под покровом. Мысль, конечно, жиденькая. Да и оформление тоже, вероятно, будет убогое. Идемте, Михаил Смолич. Вы куда? Обо мне не беспокойтесь. Я действую, как всегда, на самом трудном участке работы. Шура! Подержите, пожалуйста, я только окунусь назад. Я устал. Я старый. Мне трудно. Шура, а хорошо сейчас сидеть с Козлевичем, пить чай, калякать о всякой всячине. Хорошо, правда? Не мешайте, и ведь я слежу. Значит, я подхожу с левой стороны, вы справа. Нет, я с левой. Все, Бендеру скажу. Пошли. Я. Вы слева. Позвольте прикурить. Не курю. А который сейчас, не скажете? Часов 12. Часов 12. Понятия не имел. Теплый вечер. Вечер теплый. Руки! Что? Руки вверх. Ой! Ой! Куда? Куда? Что-то случилось? Нет. Ничего. Так, случайно выронил. Не поделились. Я держал его за руки. Что вы его слушаете? Это же труп! Это жалко! Это же труп, как исследователь! Меня били, я держал! Девушка ушла! А это жалко! Все приведу тебе! Довольно. Не стучите лысины по паркету. Картина битвы мне ясна. Значит, вы говорили, что с ним была девушка, да? Это хорошо. Итак. Маленький служащий запросто носит с собой в кармане. Вы уже там посчитали, сколько? О-хо-хо, 10 тысяч. Жалование господин Корейко за 20 лет беспорочной службы. Зрелище для богов, как говорят наиболее умные передовики. Но не помешал ли я вам? Вы тут чем-то на полу занимались? А, вы делили деньги. Продолжайте, я посмотрю. Я хотел честно, по справедливости, всем поровну по 2500. Вам, мне, Жабе и Козлевичу. Очень хорошо, Шур.
А теперь пусть делит Паниковский. У него, как видно, имеется особое мнение. Нам с вами по 4000. А балагану 2. Он и на 2 не наработал. Козлявичу! А за что ты Козлявичу, а? Это грабеж. Кто такой Козлявич, чтобы нам с ним делиться? Я не знаю никакого Козлявича. Да? Все, какой в этот момент может быть Козлявич, а? Ну? А теперь буду делить я. Все эти деньги будут возвращены потерпевшему гражданину Корейко. Правильно. Нравится вам такой способ дележки? Нет, не нравится. Бросьте шутить, Бендер. Нужно разделить по справедливости. Этого не будет. И вообще в этот час шутить я с вами не собираюсь. Зачем же мы работали? Так нельзя. Объясните. Шура, вам, любимому сыну лейтенанта, я повторю лишь то, что говорил в Арбатове. Я чту уголовный кодекс. Я не налетчик. Я идейный борец за деньги. В мои 400 честных способов отъема денег ограбление не входит. Знаете, как-то не вписывается. И потом мы прибыли сюда не за 10 тысячами. Этих тысяч мне нужно, по крайней мере, 500. Послали. Мы старались. Так нельзя. Объясните. О. Иными словами, вы хотите знать, известно ли достопочтенному командору, с какой целью он предпринял последнюю операцию? Ха-ха. На что отвечаю? Да, известно. Кто такой? Дело в том, Шура, что это была проверка. У служащего с 40-рублевым жалованием в кармане оказалось 10 тысяч рублей, что несколько странно, но дает нам большие шансы. Позволяет, так сказать, надеяться на куш. А 500 тысяч – это куш большой. И получим мы его вот как. Я верну Корейко 10 тысяч, и он их возьмет. Хотел бы я видеть человека, который не захотел бы взять назад своих денег. И вот тут ему придет конец. Его погубит жадность. Как только он сознается в своем богатстве, я возьму его голыми руками. Как человек умный, он поймет, что часть меньше целого. И отдаст мне эту часть из опасения потерять все. И вот тут, Шура, на сцену появится некая тарелочка с некой каемкой. Дайте мне мои деньги. Я за себя бедный. Я старый. Меня девушки не любят. Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ. Может, вам там помогут? Нет, меня никто не любит. А за что вас любить, Паниковский? Девушки таких, как вы, не любят. Они любят молодых, длинноногих и политически грамотных. А вы скоро умрете. И никто не напишет о вас в газете. Еще один сгорел на работе. И на вашей могиле не будет сидеть вдовушка с персидскими глазами. И заплаканные дети не будут спрашивать: папа, папа, слышишь ли ты нас? Я всех переживу.
А, вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех продаст и купит. Дайте мне мои деньги. Дайте мне мои деньги. Вздорный старик. Собирайтесь, Шура, нас ждет прекрасная комната со всеми удобствами, с видом на море. Паниковский, последний раз спрашиваю, будете служить? Буду. Антилопу к подъезду. Командор, с Козлевичем нехорошо. Как нехорошо? Пьяный, что ли? Хуже. Мы даже боялись вам говорить. Его охмурили ксензы.